Роман Юрьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Ну, в целом, коллеги уже благодарили, но для Саратовской области национальный проект здравоохранения – это особая тема, потому что в рамках него были приняты судьбоносные решения для Саратовской области. Было принято решение о строительстве трех крупных медицинских учреждений, одно из которых мы ввели в прошлом году – это областная инфекционная больница, которую Михаил Альбертович лично посещал на 400 мест. Она на сегодняшний момент пролечила уже 20 тысяч человек, из них 8 тысяч детей, и спасла тысячи жизней. Более того, в этом году мы завершаем строительство онкологического диспансера на 200 коек и 300 посещений в смену. Современнейшее оборудование, которое ранее не было в Саратовской области, и уже летом медики начинают обучаться на нем работать. Третье учреждение – это противотуберкулезный диспансер на 453 койки. Следует отметить, что до этого вся туберкулезная служба была разрознена территориально по всей Саратовской области. Поэтому вот в рамках национального проекта, федеральных адресных программ, более чем на 15 миллиардов у нас осуществлено и осуществляется строительство. Отдельное спасибо за реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Следует отметить, что в этом году в Саратовской области одновременно уже строится 5 поликлиник. Это современнейшие диагностические центры, которые строятся в городах Саратовской области и районных центрах. Помимо этого, за реализацию этой программы мы уже построили 3 поликлиники, более 20 ФАПов, 2 амбулатории, приобрели 2500 единиц медицинского оборудования, из которых более 100 – это тяжелое оборудование, которое установлено сейчас в районной больнице и районной поликлинике. Плюс к этому обновили подвижной состав для первичного звена здравоохранения. Более 300 автомобилей было приобретено, более 100 машин скорой помощи. Помимо этого, отремонтировано более 50 объектов здравоохранения, это районной больницы и поликлиники. Ну и сегодня мы находимся вот в этом замечательном учреждении. Следует отметить, что здесь сегодня, помимо детской поликлиники, где мы находимся, открывается еще и взрослая поликлиника, которая начала работу уже с самого утра. И данный микрорайон, который был построен в рамках программы по переселению из ветхого аварийного жилья, сегодня получает 2 поликлиники в рамках национального проекта здравоохранения. Плюс к этому всему, в прошлом году мы построили по национальному проекту демографии здесь 2 детских сада. В этом году по национальному проекту образования строится школа. А что можно сказать? Результат работы в здравоохранении. За 2022 год продолжительность жизни в Саратовской области увеличилась больше, чем на 3 года и составляет 72,5 года. Поэтому я считаю это самым главным результатом. И хочу поблагодарить и лично Михаила Альбертовича, потому что он принимал участие в оснащении этой поликлиники лично, где мы сейчас находимся. Спасибо. Поздравляю вас. Надеюсь, что те программы, которые вы наметили, в том числе с коллегами из Минздрава, все они будут выполнены в срок. И вот, как я говорил в начале, думаю, даже можно сделать это и с опережающим, в опережающем темпе.